сегодня решили на общем собрании, что мы все-таки дойдем до пляжа, посмотрим, что за пляж, и проведем полдня там. Уже отсюда вижу, что народу очень много на пляже. Мы до этого ходили, было мало. Ну, надеюсь, мы уголок себе найдем. И идем опять мимо бассейнов лавовых. Ты ж сюда не хочешь? Мы тебя зовем, ты не идешь? Глубокий. Мы пойдем потом в детский, туда, где горки есть. Вот на этот пляж мы идем. На пляж с булыжниками, чтобы Кирилл мог покидать камни в океан. Все, пойдемте. И идем мы опять через туннель. Через мокрый, сырой, темный туннель. Да не самый темный. В жару, конечно, этот туннель очень хорошо освежает. Рыбой пахнет. Рыбный ресторан рядом. Рыбой пахнет. Длинный этот туннель, да? Сколько он метров, Миш? Метров 200, 150? Нет, мне кажется, больше. Перепрыгивая лужи, выходим наружу. Кирилл, мы дальше идем. Мы идем примерно в середину пляжа. Да. Дети строят замок из песка, у Кирилла замок из камней. Все належались, разомлели. О, по булыжникам забираемся в горку.
Идем домой. У моря лежать легче. И не у моря, а у океана. И океан сегодня не холодный, теплый. Теплее точно, чем бассейн у отеля. Народу поубавилось. Жара всех выгнала с пляжа. Сегодня, кстати, жарко. Около 30 в тени. Ящериц Кирилл здесь везде много. Все, пойдем. Пойдемте. Ой, в тоннель хочу. Хочу в тоннель немножко охладиться. До этого пляжа у нас 5 минут ходьбы неспешным шагом. И он, кстати, ближайший. Остальные все искусственные. Ну и этот искусственный, насыпные камни, булыжники. Там наш отель, идем мимо нашего отеля. Там у бассейна совсем жарко лежать. Вот эти экраны создают защиту от ветра. Там очень душно. Там больше часа-полутора мы не выдерживаем море. Мы как-то так подольше полежали. Главное теперь, чтобы не обгореть. Миша идет в моей панаме, в моей шляпе. Его голова не выдержала жаркого палящего солнца. Забрал у меня здесь так много ящериц. Шустрые такие, но они небольшие, не такие, как на Тенерифе, но их очень много. Променад пустой. Редкие люди попадаются. Да, я вижу, Миша. Это вот интересная ящерица. Серая с зеленым хвостом. Папа ловит ящерицу для Кирилла. Кирилл, стой на месте. У нас папа специалист по ловле ящериц. Он раньше на Тенерифе много раз ловил. Я молчу. Я молчу. Нет, она уползает. Все, не успел. Не успел. Надо было раньше, да. Она ждала, ждала, пока ты ее схватишь. И убежала. Будем обедать, да?